В Твери собственников обязали содержать в порядке прилегающие к объектам территории. Тверская гордума внесла изменения в правила благоустройства города. Если раньше содержать в порядке территорию, прилегающую к объектам, собственники могли на добровольной основе, то теперь это стало обязательным. Границы определены правилами благоустройства на основе регионального закона. К примеру, у нестационарных торговых объектов, территорий юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также у садоводческих товариществ и гаражных кооперативов она составляет 6,5 метров вдоль всего периметра. У автомоек и автозаправочных станций 13 метров. Повесить вывеску на здание без согласования с администрацией теперь тоже будет проблематично. Информационные конструкции на внешних поверхностях нежилых зданий можно будет разместить только при наличии утвержденной и согласованной с муниципалитетом концепции. За нарушение правил предусмотрено административное наказание в виде штрафов. От 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 35 до 70 тысяч рублей для организаций. Вообще большинство бизнеса у нас социально ответственно, я вот это отмечаю. И большинство бизнесменов, они в принципе и так прилегающие территории рядом со своими объектами торговли или там оказания каких-то услуг, они и так держали, ну, содержали в надлежащем порядке. Другое дело в том, что я не хотел бы, чтобы это подменялось таким образом работа коммунальных служб, чтобы город не перекладывал свои обязанности по уборке территории на предпринимателей. Поэтому здесь очень важно соблюдать баланс между, так сказать, рационально, разумно подходить к этому вопросу, между тем, чтобы благоустраивалась какая-то непосредственно территория, там где-то 6,5 метров, где-то больше метров. Дело не в метрах, дело в отношении к своему городу. Вот хочется пожелать все-таки нашим чиновникам и тем, кто департамент, который занимается уборкой города, как говорится, на предпринимателей надейтесь, но сами не плашайте.